Чтобы создать семью, чтобы расти детей, нужны деньги. Поэтому, может быть, сначала нужно хорошо зарабатывать, и только тогда уже жениться. Или нужно полагаться на Бога, и все будет хорошо. На самом деле, сколько денег нужно для того, чтобы создать семью, для того, чтобы рожать ребенка? Может быть, нужно сначала купить дом, может быть, нужно положить деньги, чтобы потом дать ребенку образование в самом хорошем университете. Может быть, нужно купить частный самолет. А какой предел? На самом деле, нужно действовать. Нужно делать то, что нужно, и Бог поможет. Да, не только Бог поможет. Логика говорит, что так и нужно действовать. Хочу рассказать историю по поводу известного врача, который придумал новое лекарство, которое могло спасать жизнь тысяч людей. Но он говорил, как я могу это делать? Сначала нужно построить лабораторию, а не один. Нужно десятки лабораторий. Потом нужно строить больницу. И тоже не одной больницы, нужно десятки больниц для того, чтобы помочь людям. И всю жизнь он строил, лекарства никогда не использовал. Также здесь есть люди, которые говорят, сначала нужно все планировать. Нужно зарабатывать, нужно купить дом. Только потом я могу жениться. Пока ты заканчиваешь все делать, уже не осталось времени, чтобы рожать детей и чтобы создать правильную семью. Поэтому наш подход очень простой. Нужно действовать, нужно двигаться вперед. Когда ты подготовишь почву, уже получаешь сверху благословение. Человек женился, получает особое благословение, чтобы зарабатывать больше. У него ответственность больше, у него есть стимул зарабатывать больше, делать больше. Рожал детей, опять, это особое благословение, и это даст ему толчок, чтобы делать больше, работать больше, и обязательно Бог ему поможет. Поэтому наш подход очень простой. Нужно действовать, нужно двигаться вперед. Потом уже все нужды Бог обеспечивает, и ты сам получаешь новые силы, новые возможности, чтобы действительно делать больше. Поэтому вперед взяться за большие проекты, а потом уже все складывается. Потом мы получаем возможности, поддержку, благословение, чтобы все получилось очень удачно.